Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Игра в дочки-матери». Сюжет. Заведующая небольшой провинциальной библиотекой Марина одна растит 12-летнюю дочку Яну и мечтает выйти замуж за архитектора Андрея, с которым давно встречается. Андрей делает ей предложение, но Марина вдруг обнаруживает у него в телефоне романтическую переписку. Подруга Марины Татьяна предлагает ей своего знакомого детектива, который находит доказательства измены. Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать к ней. Но после переезда Яна так проникается Татьяной, что заявляет, что хотела бы такую маму. И тут выясняется правда, Татьяна – биологическая мать Яны, и готова на все, чтобы вернуть себе дочь. Марина понимает, что ей предстоит сложная борьба за девочку, которую она удочерила и вырастила, как родную. В этот трудный момент Андрей снова предлагает Марине помощь. Сможет ли Марина распутать клубок интриг и вернуть себе любовь приемной дочери? Простит ли ее Андрей и будут ли они вместе, или Марина найдет себе новую любовь? Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube, канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.